День без интернета – международный праздник. Ежегодно он отмечается в последнее воскресенье января. Цель праздника – посвятить один день реальному миру, коммуницировать вживую, полностью отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети. Студенты Южноуральского государственного университета рассказали, как относятся к данному празднику, и поделились, чем можно заняться офлайн. Ну, я, по сути, уже отметил этот день. Так получилось, что вчера у меня выключили интернет на весь день. Ну, я не расстраивался. Да и просто я решил встретиться с друзьями, вот. Мы хорошо провели время, поиграли в настольные игры и тому подобное. Вернулся уже домой где-то ближе к 11. А поскольку у меня сегодня экзамен, надо было выспаться. Я бы явно больше провела времени с семьей. А может быть, просто спала. Как настроение мое бы мне подсказало. Ну, смотрите, если интернета нет, телевидение есть, правильно? Я бы посмотрела какие-нибудь кинофильмы, сериалы, погуляла бы, гулять люблю, друзей люблю. Вообще большой простор для деятельности. Честно говоря, конечно, после того, как мы закончили сессию успешно, я бы просто один день провел бы без какого-то контакта с внешним миром и побыл бы в окружении тех людей, с которыми я общаюсь вживую. Также с родными, с близкими, отдохнул, сходил бы, погулял, восстановил силы, как-то хорошо провел время. С каждым годом статистика интернет-пользователей увеличивается. На 2022 год их число возросло от 5 до 5,5 миллиардов. Интернет прочно вошел в жизнь большинства жителей развитых стран, проникнув во все сферы жизни – бизнес, общение, образование, досуг. А мы же вообще-то целую жизнь прожили без интернета. Единственное, что сейчас я, конечно, каждый раз, когда интернет меня очень сильно выручает, а это бывает очень часто, я все время думаю, как мы без этого жили, как мы справлялись с проблемами, как мы решали вопросы, как мы коммуницировали, когда не было вот этого мгновенного абсолютно, скажем, звонка, мгновенного решения вопросов. И поэтому социальных сетей, WhatsApp, Telegram, которые позволяют, ну вот просто действительно мгновенно связаться, мгновенно решить какой-то вопрос. Нет, я интернет обожаю и пока не представляю уже себе жизни без него. Отметим, что по прогнозам аналитиков We Are Social, в среднем человек проводит в интернете около 7 часов в день.